В Адыгее прошел ежегодный пресс-тур для представителей федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации. Всего в нем приняли участие более 70 человек. С участниками пресс-тура встретился глава республики Аслан Хакушинов. Руководство республики уделяет серьезное внимание взаимодействию со средствами массовой информации. Выбранный формат пресс-тура позволяет журналистам в неофициальной обстановке познакомиться с регионом, увидеть гостеприимство наших жителей, красоту природы, промышленные объекты и многое другое, чтобы потом познакомить с увиденным своих зрителей, слушателей и читателей, сказал Аслан Хакушинов. Отвечая на вопросы журналистов, глава Адыгеи озвучил основные показатели в экономике. Так, за последние 9 лет дотационность субъекта снизилась с 61% до 38%. И у республики есть все возможности, чтобы в ближайшие годы выйти на самообеспечение. В сфере сельского хозяйства, которое также интересовало участников пресс-тура, Аслан Хакушинов отметил положительную динамику. Строятся новые тепличные комплексы, закладываются сады, практически не осталось необрабатываемых земель.